Щедро
Господь хранит пришельцев.
На кресте вонь вселил еси зовуща, помяни мя спаси во царстве Твоем. Блаженни молчущие и жаждущие правды, на пути насытятся. Согрешек нас смертною осудил еси клятвою живодавчей, Господи, телом же Твоим безгрешне, Владыко, пострадав, смертная оживил еси зовущая, помяни нас во царстве Твоем. Блаженни милости ли, яко сие помилование Богу. Воскрес из мертвых, совоскресил еси нас от страстей, воскресением Твоим, Господи, смертную же всю силу погубил еси спаси, сего ради верою Те зовем, помяни и нас во царстве Твоем. Блаженни чисти сердце, я поти Бога. Погребением и живоде умешленная, яко Бог оживотворивый, со воздвигал еси, и нетление всем, яко благ источил еси нам, верою зовущим всегда, помяни и нас во царстве Твоем. Блаженни миротворцы, яко си сынами Божии. Воскрес из мертвых, спаси, возопив, еже радуйтеся и теми другом Твоим, возвещайше восстание Твое Христе, сего ради верою Те зовем, помяни нас во царстве Твоем. Блаженни изгнанные правды ради, яко тебе царство небесное. Распростер прообразу ваше крест, а малика победивы, мы же верою того на бесы оружие крепкое приемши, все зовем, помяни нас во царстве Твоем. Блаженни есть всегда помогся вам, и жену ты репутся зомого. Верный княже Данииле, все люди празднуют, и множество иночествующих постник поклоняются Тебе, видевши от Бога данное Тебе преславное чудеса,
ко всем просящим у Тебе милости. Христова Церковь в память пресноблаженного князя Даниила и верою взывает: «Ты, ми Христе, держава, прибежище и утверждение». Твоя мощи, блаженне княже Данииле, всем видимы предлежат, различное исцеление неоскудно подавающее. Сил Твоего Сына ужасаются, молим Тебя, милосердая, в страшный грозный день пришествия Его, помози нам, Владычице. Пьющий по морю, Боже, я.
Вознесся там, ликует и радуется Ева. Убежи и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоей. Ея. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Красоту мира сего княжения и славу яко временная помышляя. И сего ради благо честно в мире пожил и си блажене княже Данииле. Милостию и молитвами и иночеством Богу угодил. И по представлении своем чудес дар примут Христа Бога. И светильник явися пресветлый, просвещая своими чудесы. Приходящим с верою подаешь и скорое здравие, и от бед избавляешь. Тем же Христова церковь песни славится, благочестивый княже Данииле, царствующему твоему граду Москве великое утверждение. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Братья Воеводе, заступницы нашей державни, песни благодарственные приносим, дарование нам иконы и святые. Ею же ограждаем и ничего же устрашимся, не от человеку спасение наше, но преблагословенные владычицы милосердием. Тем же дни срадуемся и празднуем светло, яко приедет державная на стражу земли своей. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые. Господи, спаси благочестивые. Yeah.
Духове Твоему. И мудрость. Прокимен глас третий. Пойте Богу нашему, пойте. Пойте Цареве нашему, пойте. Пойте Богу нашему, пойте. Языце восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Пойте Богу нашему, пойте, пойте, Цареве нашему, пойте. Прокимен глас седьмый, честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Ему Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, сказую вам благовествование, еже благовестих вам. Еже и приясте в нем же и стоите, им же и спасаетеся. Кацем словом благовестих вам аще содержите, разве аще не в суе веровости? Предах бо вам из перва, еже и приях, яко Христос умре грех наших ради по Писаниям. И яко погребен бысть, и яко восстав третий день по Писаниям. И яко явися Кифе, та же едина на десятим. Потом же явися более 500 братьям единою, от них же множайшие прибывают доселе, нецы же и почиша. Потом же явися Иакову, та же апостолом всем. Последи же всех, яко некоему извергу, явися и мне. Азбо есть мне апостолов, и же несм достойно рещися апостол за него них церковь Божию. Благодатью же Божию есмь, еже есмь, и благодать Его, еже во мне не тщабысть, но паче всех их утрудихся. Не аз же, но благодать Божия, еже со мною, аще уба аз, аще ли они, тако проповедуем и тако веровасте. Братие, поспешествующе молим не вотче благодать Божию прияти вам. Глаголит Бо, во время приятно послушах тебе, и в день спасения помогох ти. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Ни едино ни в чем же дающе притыкание, да служение беспорочно будет. Но во всем представляющие себе, яко же Божия слуги, в терпении мнози, в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудех, в обдениях, в пощениях, в очищении, в разуме, в долготерпении, в благости, в дусе святи, в любви нелицемерне, в словесе истины, в силе Божией, оружие правды, десными и шуями, славою и бесчестием, гождением и благохвалением, яко лисцы и истине.
яко незнаеми и познаваеми, яко умирающие и се живи есть мы, яко наказуеми, а не умерщвляеми, яко скорбящие, присно же радующиеся, яко нищи, а многих богатящие, яко ничтоже имущие, а вся содержащие. И Духове Твоему. Аллилуйя, глас третий, на Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Будеми в Бога защитителя и в дом прибежища, еже спасти мя. Аллилуйя, священницы Твои облекутся в правду, и преподобнее Твои возрадуются. Благослови, Владыко, Благовестителя, Святаго Апостола Евангелиста Матфея. Совершен быть, иди продашь имение твое, и дашь нищим и имети, и маши сокровище на небеси, и гряди вслед мне. Слышав же, юноша, слово, а ты иди скорбя, бебо имея стяжание много, Иисус же речи учеником своим. Аминь, глаголю вам, яко неудоб, богатый внидет в Царстве Небесное. Паки же глаголю вам, яко удобе есть вельбуду сквозь иглины уши пройти, неже богату в Царстве Небожие внити. Слышавши же ученицы Его, дивляхуся дело глаголюще,
то оба может спасен быть, возревши Иисус речей, от человек все невозможно есть, от Бога же вся возможна. Во время оно, ста Иисус на месте, равний народ ученик Его, и множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирска и Сидонска, и же придоши послушайте Его и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ, и скаше, прикасайтесь Ему, каяка сила от Него исхождаше и исцеляшевся, и той, возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни и нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и принесут имя ваше яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себо мзда ваша много на небе. Святые обители сия, Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу Богу нашему, о еже милостивым оком презрите на люди земли белорусские и сотворите ее непреоборимую. От раздоров и разделений молим Тебя, милосердный Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Давай заповедь Твою нам, еже любите Тебя, Бога нашего и ближнего своего, сотвори да ненависть, вражда, беды и прочие беззакония прекратятся. Истинная же любовь да царствует в людях земли белорусские. Молимся, Спасителю наш, скоро услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже милостивно пощадите нас от губительного поветрия. И избавите, верные люди Твои, от смерти душевные и телесные, недугующим исцеление и здравие подати нам же всем, Твое божественное ограждение и заступление. Молим Тебя, милосердный Господи, скоро услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышитеся глаз умоления нашего и молитвы, и помиловать рабов Твоих, митрополита Илариона, архиепископа Михаила, архиепископа Гавриила, архиепископа Артемия, сечестную игуменью и прощению, сестрами в Христе, сечестного претерия, с братью и сотрудниками, игумен и епископа Леонида собратья, епископа Петра. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Врачу души телесы, умиление в сердце,
сокрушением к Тебе припадаем и стенящим вопием Ты. Исцели болезни, врачи страсти, души телес, рабов Твоих, болящих, монахини Натальи, монахини Алексии, Светланы и всех братьев и сестер наших, лечебницах сущ, болезнях сущих и в лечебницах пребывающих, и прости им, яко благосвет, вся прегрешение вольное и невольное скоро воздвигнет одра болезни. Молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о благоносящих и добродеющих во святей и всечестней, обители сей, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог, и си Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Господи, небесе земли, привечный Божий в покаянии и сокрушении сердечнем, смиренно молим Тебя, защити землю нашу белорусскую от смуты вражды и разделения, сохрани люди Твои от находящих бед, болезней, скорбей, искушений. Не предашь нас служите суете, неправде мира сего лукавого, но укрепи нас в исполнении заповедей Твоих, да утвердившись в вере благочестии, почимся исполните волю Твою святую, Ты бы и царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я тебя молимся, пока ей душу совшим, рабов Божий, Патриархов Алексея, Алексея Демина, Павла, Иринея, митрополитов, Филарета Лавра, Антиохия, Феофана Лазаря, Сирия, епископа Петра, епископа Афанасия, архимандрита Митрофана, архимандрита Фора, архимандрита Кирилла, архимандрита Венедикта, архидиакона Элеодора, протоиерея Николая, протоиерея Иоанна, протоиерея Геннадия, протоиерея Анатолия, протоиерея Михаила, Иеремия, диакона Владимира, игумена Василиса, игумена Даниила, и монаха Евсимия, монахиня Васу, монахиня Мария, Иннокене, Елена, Иннока Виктора, Владимира, Галина Григория, Анна, Иоанна, Емельяна, Сирентия, Бориса, Иоанна, Мария, Владимира, Михаила, Дмитрия, Наталья, Наталья, Зинаида, 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 София, Георгий, Катерина, Катерина, Федор, Анатолий, Виктора, Владимира, Александра, Виктора, Александра, Зоя, Зорина, Светлана, Катерина, Николая, Евгения, Ольга, Николая, Анастасия, Павла, София, Игнатия, Мария, Иосифа, Мария, Петра, Павла, Ольга, Валентина, Иоанна, Николая, Галина, Ирина, Александра, Сергей, Андрея, Татьяна, Иоанна, Антонина, Михаила, Николая, Милания, Митрофана, Евдокия, Иостина, Степанида, Алексея, Иостиния, Клавдия и всех братьев и сестер наших. Сели, поминаем их, и уезжаем на чудесы их, всякого прегрешения, вольного же и невольного. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Души их, где же праведнее покаяются. Господи, помилуй.
Самим небесным силам, но обаченным изречением в ради безмерной крови. Благодарю, священник.
грешники молиться. Священные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и монашеский чин, всечестную игуменью Ефросинью и сестрами о Христе, сестер, братья, сестричество, строителей, благоукрасителей, жертвователей, святые обители сия, всех трудников подворий, всех вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно. И во веки веков. Thank you.
Божиим, подящий клонь Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавимся нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Уступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господа просим. Молай, Господи. Ангелы, верно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Молай, Господи. Прощение, избавление грехов и прегрешения наших, у Господа просим. Христове просим. О, дай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Ротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную.
спасение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Аминь. Идите от нее все,
и я есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Легенды воскресения. Твоя твои тебе приносящие во все и за вся. Сравнение, я все радуюсь.
помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, господина нашего высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всей Белой Руси, их же даруй святым твоим церквам гниве целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово твоея истины. Помяни, Господи, храм обитель, единым и устыденным сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Да, святые помянувшие, паки миром Господу помолимся. Возниспостит нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Да, избавитесь от нас от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господа просим. Помогай, Господи. Ангела небесного наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Помогай, Господи. Прощение оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Просим. Помогай, Господи. Учебным трудом нашего в мире покаяние скончать, у Господа просим. Помогай, Господи. Христианской кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи, исподоби нас, Владыка, соизновением неосужденно снеть и призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глаголоти. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня.
Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Помни, Господи, Иисусе Христе Боже. Благодать, Господи, помилуй, 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 Господи,
со страхом Божиим и верой приступите. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь и явися к нам. Верую Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешное спасти, от них же первый есть масло. Ищи веру, это сие самое пречистое тело твое, сие самое честное кровь твое. Молюсь оба тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же видим и невидим. Исподобь меня неосужденно, причаститесь и причистых твоих тайн, во оставление моих грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайны, месть Сына Божия, причастника, причастницу меня прими, небо врагом Твоим тайным повер. Не лапзание Тебе дам я, коль уданное по разбойник, исповедуй Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение, будет мне причащение святых тайны, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Тело Христово. Царствие Твое. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Yeah.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Исполнение Церкви Твоя сохрани, освети любящее благолепие Дому Твоего, и тех воспрослави Божественную Твою силу, и не остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое благодарение, благо и всяк дар совершен, свыше исходя от Тебя, Отца Светов, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословенно, ныне и навека. Будь имя Господне благословенно, ныне и навека. Будь имя Господне благословенно, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных ксихвальных апостолов, святителя Николая, Мирликийского чудотворца, преподобного мученица, великой княгини Елизаветы Никитины Варвары и блаженной матери Ксении Петербургской, благоверного князя Даниила Московского, его же и памятной не совершаем, святителя Александра и Анна и Павла Нового, патриарха Константинопольских, преподобного Александра Свирского, благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фатина Чудотворца в Салуне, собора святителей сербских, Савы I, Арсения I, Савы II, Евстафия I, Иакова, Никодима Даниила, архиепископов, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, патриарха, и Григория епископа, святителя Варлаама, митрополита Молдовского, священномученика Петра Пресвитера, преподобномученика Аполлинария, священномученика Павла Пресвитера и преподобномученика Елизаветы и мученика Феодора, преподобномученика Игнатия, святаго Петра и исповедника Пресвитера, собора саратовских святых, собора новгородских святых, их же и ныне есть день, их же во святых отца нашего Иоанна архиепископа, Константина Града Златоустого, всех святых, помилует и спасет нас всех, благ и человеколюбец. Угодниче Боже, святый и благоверный княже Данииле, сада Христова благовонный, цвете неба церковного, кроткое звездо, земли нашей небесной уме, граде Москвы и державе нашей мудрой, сдателю, теплых Богу молитвенничий, скорый в помощи,
милостивый в нуждах, к Тебе припадаем и Тебе молимся, будь предстатель наш пред престолом Божьим славою неусыпной. Собери нас друг ко другу, до печали ближнего своего кижда любовью нелицемерно приобщается, а небеси ум наш, да иго тяжкое земное их попечение, отвергши бремя легкое, Христово Евангелие возлюбим, открый очи наши, да узрим нетленную красоту Господню, и да не отчуждение будем жизни Божие, тихость Духа Божия да соблюдет сердце наше, весна покаяния да украсит дела наши, Княже милостивый щедрый, сохрани страну нашу, град Твой и наш град, изде молящихся Тебе от всякие напасти, от враг видимых и невидимых, от губительства глада, от междоусобной распри и внезапной смерти, отверзи нам двери милосердия Божие, избави нас от всякого зла, под крепкий покров благостыни Твоя прибегающим молим, буди нам тихое пристанище в скорбях, остени нас молитвами Твоими, соблюди нас от падений греховных и заблуждений, да сердцем сокрушенным, духом смиренным, в печали и радости выну зовем, Господи, предстательством Твоего преподобного, помилуй нас.